1 сентября в гимназии номер 1 был двойной праздник – начало нового учебного года, а также открытие модернизированного здания начальной школы. С самого утра ученики и педагоги, родители, гости праздника, а это представители власти, руководство холдинга «Зодчий», а также партнеры учреждения, поспешили на торжественную линейку. Сентябрь взялся за дело, клен рыжим пламенем горит, рябинка покраснела. На клумбах астры всех цветов, как звездочки красуются, и на своих учеников родители любуются. Первый день осени, 1 сентября, слабо еще изучена тайна календаря. Если вглядеться пристально, всего лишь один из дней, а сколько вот с этой пристани отправлено кораблей. И в сентябрьский день погожий, и когда метет февраль, школа, школа, ты похожа на корабль, бегущий вдаль. Каждый год мы входим вместе в новый класс, как в новый порт. И опять мечты и песни, как всегда, берем на борт. Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые учителя и гости. Мы рады приветствовать вас на празднике первого звонка. Наш школьный корабль сегодня, как и каждый год, 1 сентября, снова отправится в путешествие. А куда мы отправимся? Нас ждет страна знаний. Нужно еще раз проверить готовность корабля к отправлению. Каждый собрался, купил себе билет. Только первоклассников почему-то нет. Первого Б-класса со своей первой учительницей Еленой Ивановной Федюк. Учащиеся 11-го Б-класса со своим классным руководителем Аллой Федоровной Мягкой. Мы приветствуем учеников 1-го Б-класса и их первую учительницу Натынчик Татьяну Анатольевну. Аплодисменты. Впервые прошли учащиеся первых и одиннадцатых классов, называется лестница взросления, ступенька за ступенькой. Любой из нас за всю жизнь поднимается по самым разным лесенкам. И на каждой новой ступеньке каждой лесенки мы приобретаем что-то новое, чего не знали, не умели, не понимали раньше. И мы предлагаем вам вместе с нами шагать по этой лесенке в страну знаний, делая общие дела и помогая друг другу. Директор гимназии номер 1 Галина Владимировна Пайкина поздравила присутствующих с началом нового учебного года, а также со знаменательным событием – открытием начальной школы. Первое сентябрьское утро 2014-2015 учебного года. Чем ознаменовано оно? Очень много событий. Первое – день знаний. Второе – это утро юбилейного года. 50 лет назад открылась средняя школа номер 6 города Слонима, на базе которой в 2000 году была основана гимназия. И к этому знаменательному празднику наш город подарил нам новоселье. Мы стоим у якоря очень красивого судна, которое называется «Начальная школа гимназии». Пользуясь уникальной возможностью, позвольте мне от всех детей, родителей, педагогов сказать всем, кто причастен к строительству и укреплению материальной базы гимназии, огромное спасибо. Вам, уважаемый Олег Мячеславович, за верность слову. Вам, уважаемая Людмила Филипповна и Николай Николаевич, за верность профессиональному долгу. Вам, уважаемая Тереза Вацлавна и дорогие шефы, за понимание и поддержку. Дорогие ребята, уважаемые взрослые, я хочу по секрету сказать, что в этот день родился достойнейший директор средней школы номер 6 Сергейчик Вадим Михайлович. У него сегодня день рождения. Он 30 лет отдал этой школе. И в мыслях сегодня он, конечно, с нами. Хотя сегодня находится он в США. Я уверена, он нас увидит. Сегодня юбилей еще одного достойнейшего человека нашего коллектива, заведующей библиотеки. Она
Людмилы Ивановны Мазюк. Позвольте мне от имени детей, родителей, педагогов поблагодарить за труд и поздравить юбиляра. Людмила Ивановна, где вы? Ну и самое-самое важное событие. Гимназия возросла по численности на 20 человек. Мы приросли. Нас уже 540 практически. И мы безмерно рады этому. В начальную школу идут 65 первоклассников. Поступили в гимназию 47 пятиклассников, 34 выпускника 9 классов и 37 наших самых достойных 11 классов. У нас есть новые педагоги, и я приветствую их сегодня. Трояну Анну Георгиевну, педагога-организатора, Натынчик Татьяну Анатольевну, учителя начальных классов. Это молодые педагоги. Скоропись Светлану Владимировну, учителя химии. Данилевича Юрия Михайловича, учителя физкультуры. Довгер Наталью Сергеевну, которая вернулась к нам обратно, учителя английского языка. И Бобчик Ольгу Николаевну, воспитателя группы «Продленного дня». Ну что ж, пожалуй, можно сказать, с началом нового учебного года гимназия. Успехов и процветания. Мы не подведем. Полный вперед страну знаний. Председатель Слонимского райисполкома Олег Торгонский отметил, что гимназисты на лидирующих позициях по качеству обучения, а также поздравил всех с новым учебным годом. Позвольте мне от районного исполнительного комитета лично от себя поздравить всех с вас с началом нового учебного года, поздравить с Днем Знаний. Начало учебного года – ответственная пора в жизни каждого человека. Это некий старт перед познанием чего-то нового и неизведанного. Приятно отметить, что самые маленькие школьники, будущие гимназисты, получили в подарок 1 сентября красиво отремонтированное здание школы. Уважаемые друзья, переступая сегодня порог этого учебного заведения, задумайтесь над тем, сколько понадобилось сил, энергии, чтобы сделать уютными классы, наполнить их всем необходимым для учебного процесса. Это заслуга работников строительной отрасли. Я сегодня благодарен за работу компании «Зодчий», директору Дубровскому Николаю Николаевичу. Это заслуга работников гимназии. Это заслуга ваших родителей и многих других людей. Я хочу, чтобы вы это ценили. Я очень хочу, чтобы вы это берегли. Сегодня праздник знаний для всех, но для первоклассника он особенный. Для вас прозвучит первый в вашей жизни школьный звонок. Дорогие друзья, смело, уверенно идите по лестнице знаний. Ваша школа рада принять вас в свою большую семью. Для вас, ребята выпускных классов, этот учебный год в последних стенах вашей альма-матер. Именно от того, как вы сработаете в этом учебном году, зависит во многом ваше будущее. Помните, жизнь скупа на подарки, и достойное место в жизни нужно завоевать. А для этого нужны знания, упорство, нужна вера в себя. Желаю, чтобы этот год был самым удачным и счастливым в вашей жизни. Уважаемые родители, мы имеем с вами одну общую цель, чтобы наши дети были здоровыми, образованными и выросли настоящими людьми. Я искренне желаю, чтобы вы всегда, везде испытывали гордость за своих детей. Уважаемые педагоги, в новом учебном году мне хочется пожелать всем вам здоровья, творчества, терпения, профессионального удовлетворения и результативного труда. Гимназия города Слонима – одно из лучших наших учебных заведений. Вы это доказываете успехами своих выпускников. 49 выпускников гимназии награждены серебряными и золотыми медалями. Несомненно, надо, наверное, отметить, что и 97%, почти 100% результат поступления по окончании гимназии высшие учебные заведения ваших, опять же, выпускников. Несомненно, в этом ваша заслуга. Ну, а педагоги английского, русского, белорусского языка, Алла Ивановна Курачевская, Полуносик, Светлана Георгиевна, Жанна Юрьевна, Шундрик являются лауреатами премии специального фонда
президента Республики Беларусь. Спасибо вам за ваш труд. Я хочу сказать, Галина Владимировна, уважаемые педагоги, что районный исполнительный комитет впредь будет поддерживать все ваши добрые начинания, все ваши инициативы учебного заведения. Еще раз искренне поздравляю всех с праздником знаний. Здоровья, удачи и в добрый путь. Начальник отдела образования, спорта и туризма Тересова Славна Юшкевич выразила свои слова признательности коллективу учреждения, отметив их высокий профессионализм. Сегодня для вас гимназия – это, как сказал ваш директор Галина Владимировна, тройной праздник. Это и начало нового учебного года, это юбилей, и это открытие отремонтированного здания начальной школы. Сегодня я хочу высказать слова особой благодарности Слонимскому районному исполнительному комитету, строительным организациям, которые ремонтировали данное здание, а также всем работникам гимназии, родителям, шефам, которые вложили свой вклад в создание комфортных условий для самых маленьких учащихся нашей гимназии. Я хочу поздравить наших первоклассников. Для вас, ребята, это особенный день, потому что у вас начинается школьная жизнь. Хочется пожелать, чтобы интерес и стремление у вас сохранились на долгие-долгие годы вашей учебы, и чтобы вы стали настоящими людьми. Я поздравляю наших 11-классников, потому что этот год последние в стенах вашего учреждения образования. Это ответственный год, год выбора. Поэтому, уважаемые наши уже взрослые, молодые люди, хочется, чтобы вы правильно сделали выбор, чтобы правильно самоопределились в этой жизни. Хочется пожелать вам успехов и целеустремленности. Особые слова благодарности и признательности, поздравления хочу сказать в адрес педагогических работников. Уважаемые коллеги, здоровья вам, терпения, успехов, удачи и благодарных учащихся и родителей. Разрешите вас поздравить с замечательным этим праздником, началом учебного года. Вы вступаете, первоклассники, в мир знаний. 11 класс завершает свою учебу. Я, наверное, буду краток и пожелаю вам успехов, дорогие друзья. Но о том, чтобы вы не забывали своих шефов, я думаю, ваш химический класс в вашей гимназии, будет лучшим не только, наверное, среди гимназий в нашей области, но и в республике. В добрый путь, дорогие друзья! Учителя, примите искренние поздравления с вашим новым начальным учебного года. Желаю самое основное, наверное, в нашей жизни – это здоровье, поэтому будьте здоровы, успехов вам, хороших оценок. Вы – гордость нашего Слонима, нашего города, поэтому успехов, удачи и процветания. Ребята поблагодарили всех причастных к открытию модернизированной начальной школы. Говорят, на свете чудес не бывает, а вы верите в чудеса? А скажите, разве это не чудо? Школа наша открывается! Новоселье, новоселье, море радости, веселье! В этот славный, добрый день не умрем мы от безделья и не стукнет двери лень. Школа наша хороша, скажу без лишних слов. Здесь поработала душа отличных мастеров. От души сказать спасибо мы хотим строителям, малярам, электрикам, рабочим и водителям. За старание и умение, за старание и умение, за красивый дом большой, за вдохновение и умение. Вам спасибо, холдинг «Дочи». Председатель, вы смогли сделать невозможное. Чудо-школу возвели в наше время сложное. Весь процесс был под контролем. День за днем, за часом час. Чтобы в срок открыться школе, не спускали с нее глаз.
Дорогие наши Людмила Филипповна и Николай Николаевич, примите от учителей, от родителей, детей, от всех жителей города благодарности слова. Обещаем, что не зря школу открываете. Вы о нас еще не раз из газет узнаете. Пусть пока мы только дети, но поверьте, непременно мы еще прославим эти удивительные стены. Школа смотрит добрыми глазами, и сияет взгляд от чистоты, наполняет небо голосами, украшает красками холсты. С самого начала объяснила нам, что душа дороже серебра. И оживают детские сказки, от классики до рок-н-ролла. Все дарит любимая школа, от классики до рок-н-ролла. Все дарит любимая школа. Высоки и помыслы, и чувства, и бегут твои ученики благословенного искусства, быстрой стайкой на перегонки. Эта дверь открытая для каждого, и покуда вертится земля. Оживают детские сказки, от классики до рок-н-ролла. Все дарит любимая школа, от классики до рок-н-ролла. Все дарит любимая школа. Слово держали первоклассники. На асфальте дождик пляшет, город кутает туман. Только мне это не страшно, я шагаю в школу важно. Я не просто первоклассник, я отважный капитан. Я серьезный, я упрямый, мне сигналка плыть сюда. До свидания, папа, мама, буду я примерным самым. Я не просто первоклассник. Я отважный капитан. Здесь свой курс я начинаю, к берегам далеких стран. Я пока что мало знаю, в море знаний уплываю. Я не просто первоклассник, я отважный капитан. Выпускники подготовили для присутствующих в подарок песню. Мы помним тот звонок веселый, что прозвенел нам первый раз, когда пришли с цветами в школу, в свой самый лучший первый класс. Как встретил у дверей учитель, наш верный друг на много лет, и шумная семья большая, подружек новых и друзей. Садясь за парту осторожно, чтоб новой формы не измять, мы буквари свои открыли, открыли чистую тетрадь. Сколько б ни было дорог, сколько б ни было встреч, расставаний, мы не забудем наш первый звонок и школьное время, проведенное с вами. 1 сентября. Этот день мы не забудем никогда, ведь он последний в нашей школьной жизни. В следующем году мы придем на День знаний уже гостями. А впереди еще трудный учебный год. И я хочу пожелать своим одноклассникам здоровья, уверенных побед и трудолюбия. Я уверен, что нашим учителям не придется за нас краснеть. А вам, дорогие ребята-первоклассники, и всем школьникам мы даем наказ. Все должны осознать, что быть лентяями вышло из моды. Каждый из нас отныне должен тянуться к знаниям, чтобы из-за парты было видно. И помните, учение – свет,
а не учение тьма. В добрый путь, в прекрасную страну знаний. Вот мы собрались в школьном дворе, это любимый день в сентябре. Всех друзей рады вновь повстречать, хватит нам уже скучать. Время промчалось, класс выпускной, уходим из школы этой весной. Школьное время вспомним не раз, и наш самый лучший класс. Ветер сентября подул внезапно, а в голове пока еще любовь. Школа та страна, где я еще ни разу не был. Только грусть глаза любимых классных напомнит об уроках вновь и вновь. Школа снова ждет, распахнуты все настежь двери. Мы все уроки будем учить, жизнь и науку нам не забыть. Не забыть уроков и перемен, и надежных школьных стен. Время промчалось, класс выпускной, уходим из школы новой весной. Школьные годы вспомним не раз, и наш самый лучший класс. Ветер сентября подул внезапно, а в голове пока еще любовь. Школа как страна, где я еще ни разу не был. Только грусть в глаза любимых классных напомнит об уроках на тренировках. Школа снова ждет распахнутых все настежь двери. Впереди новый учебный год со своими сложностями, задачами и успехами. Пусть он будет легким. Пришли сюда мы, малышами, держа в руках цветов букет. А папы, мамы волновались, давали мудрый нам совет. Но время быстро пробежало, и повзрослели мы чуть-чуть. А так хотелось детским взглядом на школу нам еще взглянуть. Твоей любовью.
моей любви.